И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Так, я тут сделал пока дверку стеклянную. Но пока стекла не хватает еще на эту, на коробку. Так что мы это все выложим. Пока что. В принципе, клей можно тоже здесь оставить, пока места хватает. Патрончики на пистолет, на дробовик есть, это есть. О, можно сделать еще одну стеклянную панелечку. Мне надо еще одну. Так, стоп, а поесть взять. Что удумал? Давайте вот это фиговое мясо возьмем. Так, что внизу тут делается? Тут ничего, а оно поломано больше, чем наполовину. Значит, надо починить. Ну, вылазь давай. Так, давай две веревочки сразу сделаем. Не тратим эти готовые. Это на место. И мне надо что там? Пару деревяшек. В смысле, не пару, а веточки. Думаю, веточек хватит и столько. А ну, сколько тут печки? Надо подкинуть. Штучки три, думаю, хватит. Да. Так, и молоточек. Молоточек где-то здесь был. О. А что там у тебя? А, веточки пошли тратиться. Отлично. Ну, не маш. О, отлично. Починили. Сейчас вернем на место. И что ж, а теперь можно идти. Весь вопрос, куда? Так, что-то здесь не странно, как-то скотины нигде нету. Может, прогуляемся вокруг озера? А, не, есть волчок. Дурачок. Последнее видео, что мы посылали, вот тут где-то был мост через это. В принципе, вот здесь, да, самая ближняя точка. Можно будет потом себе сделать тоже, но пока еще нет. Пока дом не достроенный. А вообще мне стекло нужно. Алло. Мне нужно... А, вон, вижу стекляшку. Если дадут 4, будет идеально. Еще на одну панельку будет солнечную. В смысле, не на солнечную, а стеклянную. На стекло будет. Okay. А хотя там у меня есть еще одна дожарилась, так что должно и хватить и этого. О, две дали. Отлично. Сейчас подберем это растение. По дороге съедим. Может, тут еще что есть? Иногда бывает. Не всегда, конечно, но бывает. А, да, есть. Стекляшка. Еще одна. Давай, не откажусь. Михаил, он ходит. Тык. Раз, два. И бэмс. Так, а вот еще стекляшка с другой стороны. Я уже перебежал через островок. Там все равно ничего не было. Только один медведь ходит. Так что не страшно. Давай, давай, всплывай. Заберем тогда еще вот эту вот травиночку. Водорослю. Так, есть контакт. Да. Так, это все и есть. Не знаю, может, когда-то поправит этот прицел. Потому что он не посредине экрана находится. Я сейчас другим пользуюсь прицелом, и он тут потоньше в центре. Прям четко, а те раньше, они больше мне загораживали. Сам прицел этот довольно-таки жирненький. Ну как, жирненький, не сильно, но, короче, мешает на дальнее прицельное. Дальше на дальнее расстояние стрелять. Давай, 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 ползи. Да что ж такое, вылезть из воды. Так, Олежка ходит в бане его, хотя рога. Да ну, в базах и так попадается клей. Ну да, у охотничков.
Так, это я возьму. Морковка. Семечко пойдет. В принципе, семечко тоже неплохо. С одного семечка 3 морковки получается. А так одну морковку только дают. Ну, правда, еще и морковки, правда, еще вырасти надо. Но так, конечно, в принципе, выгоднее. Хотя на начальных этапах, конечно, лучше бы давали только бы эту морковку. Ну, или там, что там, картошку и лук. Так, еще вот заберем. О, еще раз две штуки дали. Отлично. А жемчуга нету, блин. В этом озере очень мало жемчуга. В том большом втором озере, там его просто море. Особенно если перезаходить много раз, так и вообще там, блин, за день можно столько насобирать. Так, что это? Ничего. Ладно, пора выбираться. Давайте еще здесь походим. Ну, вылазь. О, ящичек. Сумочка, точнее говоря, патронная. Дайте ко мне что-нибудь вкусненького. Да побольше. Ну, неплохо. Спасибо. Да ладно, еще одна сумка. Это я понапропускал кучу целую. За гвозди тоже спасибо. Хотя у меня уже их вроде и немало. Но пускай будет. Ты кушать хочешь уже? Да. Давно уже хочет. Бульбулька и водичку пока подождешь. Блин, я думал, это сундук. Эта тень была от этой ерунды. Ага, закрытый ящик. Но у меня нету. Нету отмычки. А зря, что нету. Надо будет с собой носить. Но еще сделать надо, ладно. Жалко, но что поделаешь. Ищем, раз тут место хорошее, ищем ящики. Курочка вон понеслась. А что это такое? О, и сумка лежит. Видишь, как в кустах спряталась-то. Медицина, да? Гвозди и семечко. Помидорная. Где ж тут медицинский лут, непонятно. Зайчик испугался, что-то вдруг волка, наверное, испугался. Так, стой, кудах-кудах, и побежала. Вставай, дурочка. Куда к медведю бежишь, зараза? Кажется, волчара за мной помелся. Но это не точно. А, не, передумал. Кстати, вот тут тоже сверху хватает всякой всячины. Ну, иногда, конечно. Так, вон вижу металл. Плюшка. Ой, в смысле... Здесь металла нет. Блин, столько камней, а металла нет. От слова совсем нет. И ящиков я никаких не вижу. Так, ну это ладно, это такое дело. О, вот ягодка, неплохо. Классно сделано, вода прямо из-под камней течет. Это что это у нас тут? А, это... Эй, жалко, ниже опуститься нельзя. Ой, я застрял, серьезно? Пою налево, а, фух. Еще не хватало мне тут под камнем утонуть. Вот где-где еще под камнем не тонул. Вот тут не одна плюшка, тут металл и цинк. Берем. Ты смотри, тут две железки дали. Все-таки надо будет поназначать эти вот ящики хоть один. Пока что так, файберочек, это ерунда. Его и так везде полно. Что-то точно будет, а вроде нет. Так, давайте я еще растения соберу. В смысле червячка и немножко дров. Ой, блин, выскочил. И на медведя, и на волка. Вроде только что их не было никого. Алло, фу-фу-фу, идите в баню. Бегут. Заразы.
Так, как бы их тут потерять за этим камнем? Ой, за этим камнем не потеряешь. Только навернуться можно. Так, курочка, ты это, сильно глазастая, зараза. Интересно, бегут или нет? А, отстали уже. Обиделись он и пошли вдвоем, откуда прибежали. А где забор? А, вон он. Почему-то забор так поздно прорисовывается. Ну ладно. Не на сильно большом расстоянии почему-то прорисовывается. Может, сделано для этого, для оптимизации. А может и нет. Так, давайте вкусного. Да побольше. Блин, одни гвозди. Гвоздомета-то нет в игре. Это не Seven Days to Die. Там есть гвоздомет. Правда, там оружие, в смысле, само по себе оружие слабое, но... тоже можно нашмалять. Тем более, там задание есть. Убить кролика. Или это вот... или курицу. Быть пьяными с пистолетом. С этим... как его? С гвоздометом. Ладно, я еще сейчас возьму здесь деревцо. Ну что ж, еще ободрал дерево одно. Идем дальше. Кстати, вот здесь может быть тоже... тут, кстати, сундуков сейчас стало больше, чем в долине лута. То ли он... о, что это у нас? Это у нас то, что я не... нет, это металл. Это то, что я беру. А, блин, вот тебе началось. Лимит вышел. По две штуки все давать, два раза по два. Теперь один раз... один раз и два дают. Неплохо. Да, в принципе, для металла это не важно. Это для стекол важно. Ага, сумка есть какая-то. Потому что там 400 этих осколочка надо. Блин, да хорош бубнить-то. Веревка. Серьезно? Ай, блин, уже побежал козел. Интересно, бежит? Бежит, зараза. Тоже повернул. Сейчас на голову еще спрыгнет, мне будет вообще хорошо. Виляем, виляем между камнями. Да блин, тут еще один. Ох ты, мое. Все еще идет. Просто хотел это дерево ободрать, этот козел. А уже не идет. Нормально. Блин, уже больше чем полдня прошло, елки-палки. Так, слышь ты это, умник. Козел, ты сюда не ходи, ты туда ходи, ты ко мне в карман заходи. Так, о, нормально, фигу уже дали. Так, давайте заглянем, что там возле берега творится. О, ягодка, медицина. А тут еще ничего не творится. Ну, хоть руки помоем. И флягу можно набрать. Родниковой воды. Хотя это речная вода. О, да ладно. Еще металл. Опять, ну ладно. Что дали, то дали. Тут же медведь вроде ходил, не? Или это было... а, это там было. Это было не здесь даже. Кстати, вот здесь вот заяц здесь застреет, он тут внутри бегает и за пределы этого райончика не выбегает. Я и ловил здесь его. Вроде на стриме, по-моему. Или видео каком-то, уже не помню. Ну что-то такое было уже. Так, где ящики, алло? Я что-то перехваливаю тебя, перехваливаю, ты мне ящики не даешь. Территория вокруг озера. Так, мишка. Топтышка. Ну ладно, нету этого, так хоть червячка возьмем. Так, опаньки. Вижу охотников. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Залезем-ка мы в воду, или на сюда его не увидим. Их вернее. Так, а так, чуть-чуть в сторонку еще отойти. Ага, видно. И у меня даже винтовка есть, чтобы поближе прицеливаться. О. Так, так, так. Можно шмальнуть и прыгать в воду. В принципе, я успею.
Так, это, остановись мгновение. Где ты там? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, о, за дерево, говоришь, не пускает. Вон того студента. Эй. О, попал. Давай, давай, чухай, чухай. В смысле вы не пошли за мной? Ой, блин, ну ты сейчас поправил это, что теперь насмотрелся наших видео, что мы приглашали с большого расстояния с Максом. И поправил это. И никому не сказал даже. Ладно, придется как-то изгаляться по-другому. Главное, Мишку только на себя не сахать, а то все пропадет. Блин, ты что, волчара? Так, тюлени вы где? О-о-о. Вперед. Давай-давай, чухай быстрее. А побежали ли за мной? А да, это хорошо. Миша, твой выход. Ай-яй-яй. Они сильно близко уже. Пойди. Миша, ты что, дурак? Иди сюда. Мишанька. Кис-кис-кис. Да блин, посмотри на него. Взял, отошел. Кузье морда. Хоть и медведь. Давай, двигайся. Они возвращаются. Эй, пс. Дурилка картонная. Давай за мной. Да что ж ты такое? Это, блин, жопа повернулся ко мне. Не надо ко мне жопой поворачиваться. Иди сюда. О! Дурик. Надеюсь, отстанет от меня. Ай, блин, мало. Давай ближе, Мишка, 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 Мишка. О. Еще давай. Все, побежали. Думаю, достаточно будет. Ну, может и нет. Отстал? О, хорошечно. Так, тихо, целимся. Так, есть контакт. Мишка, Мишка, не это самое, не... Жопой не крути от охотника. Прямо, смотри, убегает, прям не то, что там это. Ага, это что ж такое, блин, ты мутозвон носатый. Так, подожди, надо их отагрить, сделаем по-другому. Надо отагрить его от себя. И тогда пригласить уже медведя. Ты смотри, как он далеко ушел прямо. Так, давайте, ребятки. Кажись, это отагрились, но это не точно. Давай назад, дальше, дальше, дальше отплывай. Да козел ты, медведь. О, отлично. А что ты, ты что, придурок? Серьезно, они в него ни разу не попали? Мишка, ты не умничай там особо. Ну давай хоть так. О, он на берег пошел. Давай, хоть одного сожрешь. Нифига. Ты смотри на него, ссыкло ты, а не медведь. Ты посмотри, он не, даже вообще в мыслях у него такого нету, чтобы бежать. Ага, вот он до какого-то расстояния доходит и уходит. Ладно. Попробуем сейчас сделать как-то по-другому. Мишка, выходи на берег. Ты посмотри на этого дурака. Хватит там круги наматывать. Миша. Выходи, пока охотники далеко не ушли. А ты посмотри на него. Понравилось ему купаться. О, вышел. Отлично. Давай, 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 давай. Блин, далеко. Промах. Ой, блин, как хорошо. Ну-ну-ну-ну. Остановись, дурилка картонная. Да бряха-муха. Дай винтовку быстрее, где там они? Вон, кажется, за деревом сидит носатый покемон. Да блин, дергаешься там. О. Так, вон идет один. Ну, давай взад ему. О.
Или он опять не побежит? А нет, ты смотри, побежали. Так, давай, давай, Миша, Миша. Принимай, принимай охотников. Да куда ж ты? Ты посмотри на этого козла. Ты как кошка себя ведешь, блин. Ладно, придется сейчас по-другому сделать. Опять сейчас медведя пригласить. Да давай, вылазь уже быстрее. Куда? Куда уходим? Дурилка, иди сюда. Надо стать между ними, это, и охотниками. Давай, 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 давай. О! О, разведут как оленя. О нет, одного скушал. Второго скушал. Ух, ни хрена себе, он его швырнул. Слушай, а там такие вылетают эти сумочки. Все, еще один появился. Миша, ты какого уровня уже стал? 7-го? Найс. Тю. Да фиг ли. О, красавчик. Ну-ка. Сколько ты мне чего дашь? 2 кожи дал, молодец. Красавчик. Так, смотрим, что в сумочках. О, это руки. Руки мыл? О. Так, начинает уже темнеть, блин. Да что ж такое-то? Ну, неплохо. Остальные все в этой куче валяются. Ух ты, патронов сколько насували мне. Так, еще дерево, шестеренки, прям шикардос. Я, считай, практически ничего не потратил. Блин, надо как-то вас заснять, что ли, кого-нибудь. Как, кто-нибудь, ну ладно, вот ты. А ты куда голову-то? А, ну да, у него тебя головы-то нет. Вот как-то так. Потом еще осветлим фотку, нормально будет. Ну, медведь, конечно, красавчик, как пульнул его. На 100 метров улетел, ну не на 100 метров, на 20 отлетел, наверное. О, сумочка есть. Опа, серьезно? Так-то лучше. Так, говоришь, мясо у вас можно пожарить. Сколько мне надо? 2 кусочка, думаю, хватит. 5 досок, ну неплохо. Плюс еще вот, о, и воду положи, между прочим. Так, ну а пока суть до дела. Можем рубануть вот это дерево или зарядиться для начала. Пистолет, кстати, не заряжен полностью. Топорик. Так, Мишка, не иди сюда. Эх, нет ничего лучше, чем посидеть возле костра с лампочкой в руках. О. Жалко, в костер так не заглянешь. Мясо там жарится. Чтобы еще не спалить его. О. Блин, а куда я его положу? Хороший вопрос. Вот так вот. Пепел есть? Блин, и пепла нет. Патрон можешь сделать? Красненький есть? 4. Ни на что не хватит. Ну, разве что на пару патронов, на магнум не хватит. О, на винтовку хватит, давай. Освободим место. Вообще не мешало бы что-то и подъесть из витаминок. 4 кожи, говоришь? Неплохо. Давай-ка бинтики замутим. А, ладно, у меня 11 есть, пока хватит. О, сейчас охотники прибегут. Ё-моё, надо сваливать отсюда. Сейчас они тебе дадут возле костра тут. По одному месту. Блин, пепел не это самое. Некуда положить. Это жалко, то жалко. Все жалко. Как бы надо. Ладно. Это все равно мясо сейчас состакается. О, отлично. Давай, давай, готовься. Блин, надо валить. Ну давай, зараза. Средней прожарки. Стейк. Да что ты будешь делать? Сейчас уже и дрова кончатся. О! Ништяк. Это забирали. И валим, 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 валим.
Блин, не видно уже ни черта. Ладно, придется напрямки идти через воду. Так быстрее будет. А что там посвечивается? А, костер охотников тех. Да, неплохо Мишку подключать. Мишку неплохо подключать, я говорю, к этому делу. Патрончики бесплатные, плюс всякой ерунды надают еще. Шестерни те же самые. О, растения есть. Так, все, давай, всплывай, а то что-то ты сильно на дно пошел, глубоко. Ой-ой. Ай-яй-яй. А нет, успел. 80 единиц здоровья, ладно, поплыли к базе. Так, далековато плыть на самом-то деле. Так, стеклышко, говоришь, давай-давай, мне стеклышко надо, где они? Ау, эйм. Песчаника, вот он. Вперед, это сюда. И что тут, цинк еще? О, отлично. Медяха, это у них в карманах было. И вот видите, почему я не собираю? Потому что охотники дают, ну, очень много. Так что там... Давайте подольем, зарядимся. В смысле, заправимся. Ну, короче, дрова нужны. Так, не-не-не, не дрова, а брикет. Так, это печеночку мы сюда положим. И скинем жирочек. Но остальное сейчас все поскидываем сюда. Тык. Вот это. И вот это. О. Семена немножко. Так, перышки. Шестеренки где-то у нас вот тут должны быть. Так, доски, фигоски. А нет, вот еще есть. Так, давай сделай еще один брикет на всякий случай. Так, это выложи. Гвозди, плата, это... О, это не здесь. О, неплохо. О, так есть еще, можно один сделать. Тоник. Давай. Это назад, это туда же. Это сюда же. Есть хочет? Хочет. Ну вот, так, патроны все на месте вроде. Вода есть. Что у нас тут? Должно что-то было приготовиться, свариться, пожариться. О! Берем все. Стоп, а под это помидоры, да? Ага. Что-то тут у меня ассорти какое-то. Так, лук. Что, светает уже? Да, светает. Блин, все, дождь будет. Это должно было вырасти уже, да. Сумочка вон лежит на той стороне, блин. С гвоздями и патронами. Так, неплохо. Тут что? Утром вырастут. Так, значит, здесь у меня лук. И тут лук. Давайте пока посадим лук только здесь. А, у меня больше нет. Лучка есть. И вот это посадим обязательно. Катон. Лучок. И еще одну, дай мне, пожалуйста, семечку. Опа, есть контакт. Так, и там пошли. Так, значит, я здесь лук посадил. Тут у меня лук пока растет, но здесь будет две грядки с помидорами. Так, здесь у нас будет лук. Нет, лука здесь не будет, а здесь будет у нас морковки. Морковки два. Два штука. Больше нет ничего. А, и есть еще морковочка. Морковка. Это и вот это. Вот так-то лучше. Так, помидорки. На помидорки пока места нет, да? Ну да. Места нет, значит, оставляем пока здесь. Лучок сюда. О, 57, нормально. Так, я вот еще заметил, что тут вот костер. Во-во, бомжи. Сейчас попробуем пойти, ну не сейчас, а в следующей серии. Попробовать еще такой же самый фокус с медведем провести. Ладно, я сейчас скажу. Ну что ж, а на этом буду заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.